Ну ладно, что ж, смотри, народ, кое-что хочу показать вам. Точнее, рассказать вот об этом вот деле. Если кто-то спрашивал, говорил, не раз натыкался, все время спрашивают, что это, ответь. И их, у них взаимосвязь, как говорится, брат с сестрой по мошенническим делам. Видите, вот этот вот канал. И вот это вот наша пациентка. Говорят, что один хороший, а другой не очень. А я вам скажу, что это одинаковые каналы. Если кто не понял, я не раз говорил, что у этих каналов один принцип работы, одна схема, одна система, один метод. Вот эти помогатели, смотрите. Тут мне даже не имеет смысла глубоко погружаться, смотреть за его деятельностью, чтобы понять, кто он такой. О, блядь. Смотри. Помогать каким-то людям. Каким людям, блядь. Смотри. Я так чисто поверхностно прошел и сделал вывод для себя, кто и что это такое. Но тут дело в другом. И тут у меня цель ролика донести немножко другую информацию. Смотрите, помогает он людям. У него тут он взял, короче, под опеку. Вот это, эксплуатирует. Лохов, короче, доит. Снимает одних и тех же людей, якобы помогает им. Смотрите, уже сколько лет, не знаю. Сколько он помогает? Ну, блядь, смотри, с какого? С 2021 года до сих пор. Одна и та же вот эта дама у него снимается. Ну, еще там эти вот. Я уже говорил об этом не раз. Суть в том, что хочу донести и сказать то, что мне некогда этим человеком заниматься. Мне это неинтересно. Таких лоховских каналов, которые заточены под наеб людей. Вытрясывание, блядь, как бы это сказать. Залезание к вам в кошелек. Ну, не вам, это наивным дурачкам, которые верят в эту чушь. Помогать людям, у них цель, видите ли. Таких каналов пруд-пруди. Огромное количество. Их много, а я один. Поэтому просто я это не успеваю. Но я даже тайм-код установлю, может быть, с этого момента. Смотрите. Даю такой сигнал. И возможность. Я видел, там есть какой-то канал, который, ну, с лета прошлого года он работает по этой куче, скажем так. Не то, что с разоблачениями, но с какими-то, я не знаю, там информация, ну, против него, короче говоря, ребята работают, потому что они в курсе, они знают. Я за ним не слежу, я не знаю, кто это такой, поэтому я не могу, у меня нет времени следить и отслеживать. Посвящаться, блядь, погружаться в это дело. Поэтому, кто хочет им заниматься, вот этим вот, кучей этой, заходите в телеграм-чат ко мне лично. Ну и к нам, в частности, там, заходите. Я увижу, скажете, что вы пришли от этого ролика. Какие-то, в общем-то, рекламную поддержку или что-то, кто-то, каким-то образом будем взаимодействовать. Чтобы люди доносили информацию, вот кто хорошо его знает. Говорите, грузите что-то у себя на канале. И я как можно, ну, со своей стороны сделаю все, чтобы помочь вам донести правдивую информацию про эту вот, в частности, контору под названием «Все в кучу канал». Не знаю, кто это такой, мне лично все равно, просто я знаю, что... Спрашиваете, он прямо что-то какой-то, вот это вот наша, она плохая, а это как бы хороший. Нет, это одинаково. Мошенник ли это? Да, то же самое все, потому что схема, система, вся структура, они вот эти каналы все заточены и работают по одной схеме, вот как это вот. Я еще пока не видел, что это такое. Ну, короче говоря, ладно, вроде все, что хотел рассказать. Рассказал. Так что, кто хочет, я уже сказал,
главный посыл этого ролика. Скажем так, у меня просто нет времени распыляться. Поэтому... Но кто что знает и хочет каким-то образом донести информацию, обращайтесь ко мне. Я вас там, как говорится, в телеграм-чате увижу, свяжемся, спишемся. Будем взаимодействовать так или иначе, потому что... Я уже сказал, почему. Потому что кто-то, тот, кто хорошо знает вот такие каналы, это про как вот это наша Сочи, в Сочи, гражданка. Про нее должны рассказывать и показывать люди, которые очень хорошо ее знают, смотрят изначально. Такие каналы появились. Я просто на подхвате. И вот про этого то же самое. Про него нужно говорить тому, кто хорошо его знает, изначально смотрел. Понимаете? И опять-таки здесь я тоже могу быть на подхвате, если что-то... Но это, как говорится, не моя основная задача, не моя основная тема. Поэтому я просто могу, даю вам определенный такой намек, совет, куда и когда двигаться. Заходите по ссылке, я крепану. Так что будем о чем-то там этот договариваться, говорить, как действовать и работать под таким вот, по таким вот волховским конторам, которые наживаются. Вот видите, он снимает уже сколько? С 2021 года, уже 23 год. Ну, это принцип работы, я уже говорил, это пиявки. Это кровососы, комары. Они присосались, какую-то компанию нашли. И, бля, года 2-3, видите, он уже юзает эту схему. Ну, просто примитив для самых тупорылых. Так что я посмотрел. Если что, я знаю, там есть какой-то канал. Но он не функционирует, по-моему, с августа. Но если что, я ссылку дам на него. Если что, этот, там у них какой-то телеграм тоже есть. Тоже прорекламирую, чтобы люди знали, понимали, что это. Доносили информацию про такие вот лоховские темы. Так что ладно, я немножко затянул уже. Все, что хотел сказать, вроде сказал. Если что-то будет, дополню позже. Но пока, ладно. До связи всем. Не встревайте, не попадайте. У меня все-таки отфильтрованное тут. У меня люди с критическим мышлением, с думающей головой. Поэтому их не нужно особо предупреждать. Так понятно. Они в лоховозки не попадут. Но вот другим людям донести стоит. Поэтому нам и нужно этим заниматься. Понимаете? Ну а пока ладно. Увидимся. До связи.